третий подъезд, вот этот наш техническое подполье. Каждый год с началом отопительного сезона здесь, значит, парит из этого подъезда, вот из этого подвала постоянно. Квартиры находятся на этом, на первом этаже, в квартирах проложенные, в каждой квартире имеются люки, и в этих люках проложены трубы горячего, холодного водоснабжения. Вот это те, значит, камеры, тепловые камеры, значит, от них идет теплотрасса, от них проходит постоянно пар, парит постоянно, рвется. Каждый год здесь приезжают, откачивают по 5 раз, по 6 раз. И по 10 раз откачивают, всю зиму, в общем, качают. Как только начинается отопительный сезон, все у них рвется. Трижды жильцы первых этажей обращались к главному по ЖКХ области Вадиму Кстенину. Итогом этих обращений стали комиссии, которые обследовали дом, подвальные помещения, если их можно так назвать. А потом из мэрии пришло заключение, где было установлено, что на месте входа в дом в системах отопления горячего водоснабжения отсутствует герметизация, по периметру подвального помещения отсутствует вентиляция, и управляющей организации УКРАЙДЭС ЖКХ железнодорожного района было рекомендовано устранить, значит, все вышеуказанные замечания. Ну вот каким образом эти замечания были устранены. Вот такие дырочки проделали для вентиляции. То есть в сухом остатке обращений к Вадиму Кстенину мы видим, что с влажными испарениями вот стали бороться вот такими отверстиями.